Когда гуляешь по одной из сторон моста на улице Солнечной, боишься в яму наступить и за покосившиеся перила подержаться. Но если заглянуть вниз, то пропадет вообще любое желание по нему ходить. Сломанные коммуникации, куски арматуры и треснувший бетон – все это можно увидеть, если заглянуть под мост на улице Солнечной. Длиной он всего около 50 метров, но кажется, что за ним никто не следит. Осыпающиеся края моста, торчащая тут и там арматура – все это вселяет страх как пешеходам, так и водителям. Вибрация моста, когда по нему проезжает машина – это явление привычное, но не в этом случае. Кажется, что конструкция в любой момент может рухнуть. Как говорят местные жители, дырам на мосту больше 10 лет. И добавляют, что на них никто не реагирует. Стоит отметить забавный факт. Другая сторона моста выглядит вполне прилично. Покрытие без ям, а перила даже не покосились. Да к тому же все дыры в асфальте заделаны. В чем принципиальное отличие между двумя половинами моста, неизвестно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».